Что-то мне сперва показалось, да, что кто-то на флейте играет. А на чем играете? Флейт разный. А, ну я так и подумал, на флейте. Привет, мужики. Как вас зовут? Михаил. Денис. Денис. Ничего себе вы с утра медитируете. Утренняя миссия соловья. Чай мы гостили. Обалденно вообще вам. Значит, пойдут рыдаки. Послушай. Да. Ладно, не буду мешать, он познакомился. Все, пойду к своим. Ладно, это счастливо вам, а. Тоже сильно надоедать. Не своя компания. И вот, пойдемте. Прикольно, да? Утро. Представляете, лес, тайга. Ну, какие-то даже десятки километров. Только туристы ходят, вот люди живут здесь, музыку слушают, ну как сами исполняют ее. Да, а другой слушает ее, сидит, ну конечно. Крутяк вообще, просто крутяк. Есть у меня такие пакеты, мистерсуп, пойду ребятам отнесу, пускай хоть питание будет у них. Михаил с Крыма, Михаил, Михаил с Красноярска. А. Ну он тут месяц живет. Сегодня пойдем на это Кемское озеро. А мы то что собрались. Ага. Ну ладно, это вам позавтракать, то, ребята, давайте счастливо. Вот. С Красноярска. Задохнул, побежал.